Сегодня обсудим такой тренд «Оленья яма». Честно признаюсь, сдаюсь, был в ней два раза. Если вы собираетесь жить с девушкой или играть с ней свадьбу, сразу посмотрите на свою будущую тещу. Если у ней муж не ее отец, значит, уже задумайтесь. Если ее муж подкаблучник, значит, тоже задумайтесь. Почему? Потому что психика этой девушки уже нарушена. Она будет делать то, что как делала ее мама. И еще желательно присмотреться, как настроен быт у них дома. То есть, если там грязь, если там тараканник, то значит она будет к нему стремиться. Знаете, каждый нормальный мужик думает, ну возьму там девку из говна, куплю ей там ее, одену, обую, сделаю из нее человека. Ребят, ну есть такая поговорка, сколько волка не корми, дальше не буду. Добро точно не забуду. Поэтому смотрим, если оно говно, не связывайтесь просто-напросто. Почему? Потому что вы ее только обуете, оденете, она вас будет рассматривать просто как снабженца. И побежит к какому-нибудь такому конченному таракану на своих всех своих тоже восьми лапах, как и он, она такая же. И вы останетесь просто лохом. Не делайте этого никогда. Будьте внимательны, любите друг друга, всем мира и добра.